Насколько в северном регионе отдых на воде может быть безопасным? За ответом на этот вопрос начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области отправился с визитом в 5 районов региона. Начал с Эртауского. Чтобы проверить готовность там к купальному сезону, Рамиль Камалов побывал на озерах Шалкар и Мантау. Здесь запланировано строительство водно-спасательных станций. А те объекты, которые уже функционируют, должны работать как часы. Этому требованию соответствует пожарный пост села Имантау. Его главный спасатель региона тоже посетил.